Мы потеряли связь с колониями УБ 426. Отправляйся туда и выясни, что там к чему. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь узнал, что компания допустила заражение колонистов с целью провода чужих через земной карантин. Да, сэр. Прежде всего, ты должен беречь их. Она знает, как обращаться с ксеноморфом, и поэтому ты должен привести ее обратно живой и здоровой. Учти еще одну вещь. Отдел биовооружений будет пресекать любые попытки вмешаться в их дела. Естественно, они не будут в курсе твоего задания. Хадсон, мы входим в комплекс. Удачи, Рип. Согласно системе безопасности, в комплексе нет ни одного колониста. Где же все люди? Хай, всем привет, друзья, это канал Outcast Games. Сегодня мы с вами наконец-то начинаем новую игрушечку проходить на канале, потому что этот гребаный Nightmare Creatures меня заколебал уже в край. Игрушка у нас под названием Alien Trilogy, вроде как первая часть, та, что была на PlayStation 1, 96 года выпуска она, от разработчика Probe Entertainment Limited, издатель Acclaim и Fox Interactive. В жанре First Person Shooter, и может быть хорорюшка какая, я не знаю, может что еще. Перевод у нас вроде от Firecross у меня, потому что я брал Golden Leon, там перевода почему-то нету. Именно заставок, так что, в общем, короче, такое. В застройки немножко зайдем, посмотрим, что тут. Звуки музон, вот это перевод, громкость эффектов, громкость музона. Сложность злобный террор. Это средняя, да? Ага, ксеномания, кислотища, злобный террор. Ну ладно, пускай будет. Ну, вроде больше тут ничего нет. Наклон камеры включен. Окей, пускай будет включен. Мы стартуем игру и посмотрим на игру. И пройдем ее, конечно же, естественно. Получены данные. Задание. Советуем сначала расчистить вход для десанта пехотинцев, уничтожив баррикады из бочек и коробок, и убив всех ксеноморфов, которых ты встретишь. Учти, что из-за повышенной прочности бочек для транспортировки твоего пистолета будет недостаточно для их разрушения. Найди иной способ. Окей. Так, я играю, да? Ёлки-палки, first person shooter, смотри. Так. О, так, уже стрейф, смотри, сразу же нашел, это хорошо. Это у нас верхние шифты. Нижние пока непонятно что. Так, квадратик, ничего. Как мне дверь открыть-то? Ага, на нолик, окей, хорош. Так, стрелять, я так понимаю, X, да? Потому что квадратик, треугольник почему-то не работает. Нет, что с... Опа! Первый противник! Ха! О, попал. А как здесь стрелять-то нормально, в принципе? Оно же здесь будет... А если он ниже, например, будет, как мне у него попасть? А, он, смотри, падла сидит. Ха! Опа! Блядь, не убил! Ты чё уворачиваешься-то, слышь? Заебал. Ты так не делай. Чё это? Это пробоина. 41 патрон у меня, или что это такое, да? Так, тихо. Тихо, не кипишуй, чувак. Блин, здесь музыка, я не знаю, будет авторское право на нее, не будет. Так, вот эти бочки мне нужно разрушить, там что-то лежит. Но я так понял, что пистолетом я их не разрушу, ну окей. Тихо, потихо. Это музыка или это кто-то там орет? Бля, тихо, кто там, что там, кто стреляет? Дверь включена, окей. Вот эта дверь? Окей. Есть кто? Тихо! Сука! Ну пока что не страшно, потому что светло все очень. Так, я что-то взял. Автокарта и пластырь взял или что? А как тут? Селект, старт. Ага, во, старт есть, смотри. Так, автокарта, фонарик, недоступно. Есть пикалет у меня. Дробовик нету.
Нету. Импульсная... Нифига себе, сколько здесь пушек. Что это такое? Батарейки — это задание. Настройки. Ну окей. А инвентарь мой где? Что я только что? Я взял какую-то автокарту или... Это она открылась полностью, получается, да? Или как? Я ничего-то не понял. Ладно, окей, разберемся потихоньку. Опа. Дверь включена. Это соседняя? Так, хорош. Мне нужно какую-то шпушку. Шпушку найти, чтобы разбить бочки. Тихо. Кто есть? Блин, такой медленный, пипец, просто, она так медленно бегает. Я же за Рипли играю, я так понимаю. Дробовик. А как его поменять? Ага, вот, треугольник. Ух ты, смотри какой. Так, тихо. Не подходи! Я сейчас как ёбну. Не, подожди, пойдем вон туда. Тут же карта, правильно? Смотри, там закрыто, тут закрыто, а в принципе мне без разницы, где я ёбну. Давай его тут шибанем. Ух, фейерверк! Баба! Тихо. Спасибо. Патроны тратим, патроны... Здоровый, блядь! Здоровый ублюдок! Ай, кто меня бьет? Мне кто-то бьет. Мне кто-то, сука, бьет. А, я на кислоту стал, наверное. Эти, они же кислотные падлы, я забыл. Фильм же-то смотрел. Или нет? Смотрел вроде. Вроде все серии смотрел, так-то прикольный фильм. Только здесь здоровые бегают, если что. Сколько мне 13 патронов? Маловато. Здоровому нужно по 3 выстрела или 4. Что это? Это аптечка. Пластырь. Почему пластырь? Что-то темно стало. Ой, большой пластырь. Бери! Слышь, бери! А что, нельзя взять с собой, что ли? Ты сейчас серьезно? Бляха. Вот это плохо. Вот это прям плохо. А что ты так дробовик низко держишь? Ты меня бесишь. Мне так неудобно. Дай подними чуть повыше. Я думаю, что ты будешь в пол стрелять. Ай, так кто там, блядь, заебете? Кто там стреляет на заднем фоне? Обойма от пистолета. А мне обойма от дробовика надо. Есть кто? Чё там? Чё там, чё там, чё там? Блядь, уйди! Беги. Чё это за херня была? Он отложил в меня личинку. Сука. Или что? Так, ладно, нам не надо тратить патроны на дробовика. Вот это открывается, я хочу проверить. Открывается, смотри. Насыка. 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 Отойди, блядь. Отойди, блядь. 4 выстрела ему надо. 5 патронов. Там еще один был. Я видел. Ха! Так, есть, один патрон, блин, это плохо. Пойду в аптечку возьму, все равно, в принципе, это. Ой, я бегать могу, смотри. Это, если что, нижний shift. Так, а что по карте? По карте там большая территория, но есть и с той стороны заход. Ладно, давай пойдем вот так. Может, тут что будет? Что это? Бляха! Что, не попал, сука? Блин, надо на карту почаще смотреть. Патроны дробовика, вот это хорошо. Пистолет. 75 патронов. Ну, нормально. Интересно, за сколько выстрелов можно убить этого? Большого с пистолета. 120. Фух. Так, стримота. Блин, а это же не тут лежат. Давай я буду сохраняться, можно? Они же тут лежат, блин. А-а-а. Вон вижу одного. Как бы мне пройти так, чтобы не задеть его? Один? Пока один. Карта! Ха-ха-ха! Еще один! Где? Ага, вижу. Тихо, спокойно. Оба. Хорош, спокойно. Все? Еще! Ха! Ой, да я, блядь, просто снайпер. Тихо. Просто снайпер без автоприцеливания. Так, спокойно, на говно не встаем. Не встаем на говно. Идем, а потихоньку так здесь есть. Патронов куча. Это что такое? Патроны для дробовика и там. Ай, бляха! Я аптешку взял. 100% у меня пока что. Все надо обшаривать. Вот это будем все обшаривать, потому что здесь нету времени. Здесь можно побегать, можно обследовать, представляешь? И все. Так, а я что-то взял.
Батарейки. Что за батарейки? 0-1 доступно. А для чего батарейки-то? Так, ладно, мне нужно еще зачистить здесь территорию. Смотрим карту. Я здесь проходил же, правильно? По кругу я прошел? Или не проходил? Подожди, по кругу я. Не, я проходил. Тихо. Кто там сзади? Ой, пацаны, а вы что, респаунитесь что ли? Так нечестно. Не-не-не-не-не-не-не. Давайте только без этого. Так, что-то музыка. Ага. Я же уже застремался прям. Так, тихо. Сейчас большой побежит, да? Потому что прямой коридор. Он еще такой быстрый. Такой уверткий. Такой падла. Ага. Я-яй-яй. А-а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 -
Падла, и тут же раз... А есть, может, быстрее разворот как-то? Нет? Может, L2? L2, что за кнопка L2? L2 ничего не работает. Квадратик, что такое квадратик? Почему нет быстрого разворота? Как быстрее разворачиваться, чтобы вот так, хопа, и все, и уже сзади? Потому что так... Блядь. Уёбище, на, сука, на, падла. Да сколько тебе с пистолета-то надо, слышь? Ну, сука, ты достал меня, падла. Блин, нихрена себе, я их лучше с дробовика шмалять, короче, этих. Потому что я с пистолета только патроны буду тратить. Окей, ладно, они жесткие, они быстрые, они верткие, они вообще все. Красавцы. А мы потихоньку двигаемся дальше. Ага. Чё ты там сидишь? Да попадёй! Попадёй! Я все собрал такой и бегу теперь, а теперь ничего нету. Ни патронов, ни хера. Да как ты так выжил-то, слышь, после такого? Сучка. Гребаные патроны мне только тратят. Спокойно. Блин, прикольная игрушка, кстати. А я в нее не играл! Я, кстати, в нее не играл. Представляете? Я вот эту игрушку не играл. Чужие. 82%. Секреты. 100%. Задание 26. Что задание 26? А чё чужие 82? Я что, не всех убил? Ну да, откуда я знаю, где они? Я вроде все. Папа, я же по каждому углу облазил. Ты чё? А чё за задание 26%? Чё за херня? Что там мне нужно было сделать? Мне нужно зачистить было и бочки разбить. Все, я все сделал. Чё тебе не так? Ну ладно. Пароль уровня. Ух, нифига себе. Продолжить. Давай, должить. Так, получены данные. Задание. Ты должен найти узловую комнату и включить все три панели управления. Это позволит глубже проникнуть в комплекс. Найди сейсмические заряды. Они нужны для разрушения временных стен. Временных. Так, сердечко бьется. Открывается дверь. Блин, тройной. Опа, чаки. Блять, ты серьезно? Я же тут один. Я же тут в углу. Ты охуел? Ты какого хера? Отвали, блять, ублюдок. Сука, и что мне сейчас делать? Как мне выходить-то? По ему говну? Что за фигня? Какого хрена мне сразу его дали? Мне же деваться некуда. Охерели совсем? Привет. И ты не сдох? Охереваешь? А как так-то? Я два раза в него выстрелил. И ему вообще на... Три! Нифига себе, стойки какой! Сколько было выстрелов с дробовика? Чё это? Это аптечки. А чё так мало-то? Подожди, 68, а у меня сколько было? У меня... А что я взял? Пластырь я взял. Как его использовать-то? А чё, как? Как пластырь-то использовать? Подожди, у меня же было 70 хп, или сколько? 6, подожди, я что-то провтыкал, сколько у меня было хп. Я взял 3 пластыря, и мне ничего не восстановило? Серьезно? Или это меня так сильно побили? Так, тут воняет, хорошо. Тут не пойдем, тут пар. Тут что? Тут закрыто. Ладно, у нас тогда один ход. Смотрим карту.
Там есть дверь, там есть... Ай, тихо, не наступаем на говно. Тут у нас была дверь, там открыта, мы пойдем сюда. Ага. Получи, сука. Хорош. Вот смотри, это же пластырь. Нет, это патроны от пистолета. Дробовик. Патроны от дробовика, это хорошо. Спокойно. Сука, стрёмно. Я не люблю хорроры. Они нападают на меня со всех сторон, вот эти чуваки, и я потом ссусь. Это закрыто, да? Ага. Ладно, побежали. А если я, например, увижу ксеноморфа и просто убегу, не? Нажми. Это сюда, да? Нет! Отвали! Фига ты шустрый. Так, спокойно, это куда? Это куда-то спуск, я пока туда не пойду. Нахер. Ключи, как там? Ну вот, пластырь 64. Он сколько... Он двушку всего хилит, что ли? Чего? Почему сердечко бьется? Не бейся. О! А, блин, тихо, там кто-то. Там сука, там сука, там падла. Там падла, там тварь. На, насыка, насыка. Насыка. Хорошо, что их не по 10 штук набегает сразу. Может, мне там надо было все бочки разбить в той миссии? Кто узнает? Че, вдвоем-то? Вдвоем нельзя, пацаны. Не разрешаю. Игра тоже не разрешает, это вы неправильно делаете. Ай, блин, ну ты классно лег. Забрал, забрал. Хорош, спокойно. Где я? Вот эта дверь не открывается, да? Бляха. И это не открывается. Да бляха. А где я? Ага, так, это я там спуск. Так, мне сейчас главное не заблудиться. Подошел! Подошел, сука, я тебя уже не боюсь, блядь. Ты, сука, если сзади будешь нападать, я тогда буду ссаться. А так спереди-то все нормально. Все. Тихо! Там кто? Так, а там пар. Там чувак был. Я не вижу ни хрена, но там была точка. Бля, ладно, мне как-то нужно пар отключить, скорее всего. Там же должна быть дверь. А может быть и нет. Я не знаю. Вот. Ах ты падаль, ты специально ждал, чтобы я спиной к тебе обернулся, да? Ах ты ублюдок. Какой умный. Какая умная мордопрыг. Шкаф. У меня 101 хп почему-то. Это дверь? Так, ага, это я кругаля навернул. Значит, мне тогда вот сюда. Нет, подожди, а куда мне? И тут дохлый чувак. Так, а подожди. Ага, мне вот в этот коридор, который вниз спускается. А вот та дверь, она работает или я пробовал? Вот это вот. Это тоже закрыто, да? Да. Что там у нас еще? И та дверь, кажется, закрыта, да? Да, то, что первая закрыта, у нас только был путь сюда. Значит, тогда мне вниз. Логично же, елки-палки. Пойдем вниз. Тихо. Блин, такой спуск, ни хрена себе, я же ничего не вижу. Бляха, тут темно. Блять! Уёбки! Отвалите! Насука, насука, вас дохуя! Не-не-не-не-не-не, пацаны, не-не-не, пацаны, не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня, не сегодня! Не сегодня, блядь, сказал! Стоять, блядь, на месте, тварь! Ни хрена их там было! Ты видал? 5 человек! Ну почти человек. Ну 5. Главное, что их было число. Бум! Обойма от пистолета. Воу! Привет, пацаны! Флэйк, иди сюда. Да чё ж ты такой живучий-то, падла? Чё это? Ага.
Патроны для дробовика и обойма от пистолета. Хорошо, еще что? Давай еще вот это разобьем. А что там, никого нет? Батарея. Вот это что? Сейсмозаряд. Хорошо, мне нужно какие-то стены теперь найти. Так, вот это какие-то двери открываю, только какие, не знаю. Может быть, те, что там нельзя было открыть? Логично же. Черт, подьяри. Так, я нашел один сейсмический заряд, а мне сколько их нужно? Я надеюсь, противники не респаунятся. Если не респаунятся, это будет вообще классно. Так, смотри, я нажал 3. Раз, два. Ага. Подожди, скорее всего, вот эти двери открыты, да? Те, что вот здесь нарисованы. Подожди. Ну да. Вот эти, наверное, скорее всего, открыты. Да, они желтые теперь. Ага. Подлена. На-на-на-на. На-на-на-на. Ай, блядь. Наступил на говно. А еще ступил на говно. Бляха, одно говно везде. Все? Хорош. Что это? А как мне это взять? Возьми пистолет. А, у меня 150, то есть максималка, что ли? Серьезно? Блин, максималка. Это еще какую-то дверь открывает. Так, дверь включена, окей. Так, сука, берем авдробовек. Да, блин. Мелкая пал. Почему ты не сдыхаешь-то? Я же тебе хедшот делаю. Или нет? Ага, 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 да-да-да-да-да-да-да-да. Еще кто? Давай, 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 кому дробовик показать? Да, сука, вот это жесть. Вот это красавелка. Вообще класс. Так, пройду? Прошел, смотри. Так, тихо. Тихо, тут куда за углом? Нет, никого нет. Ой, аптечки набрал. Плохо, что аптечку с собой нельзя взять. Вот это вот прям минус. Почему? Знак чудо-женщины, ты видал? Смотри. Аптечка. Зачем я ее беру? Кто не знает, и я тоже. Почему сердечко-то бьется? Так, это получается у нас все двери открыты. Теперь. Наверное. Подожди. Это я не туда повернул. А, направо. Возможно, я пар отключил. Что вполне вероятно. Так. Почему я с дробовика не могу двоих сразу зашибучить? Это же дробовик. Он же бьет по этому, по площади. Эти пластыри. Ага, пластыри у нас добавляют максималку, да? И не уходит, отлично. Хорош. Тихо. Еще. Вот тут у нас дверь осталась. Блять! А ты откуда? Слышь? Слышь! Слышь, говорю. Говорю, слышь. Хедшот, бич, было! Блин, я ему хедшот поставил, а он живой. Ты понял, а? Вот это мощь. Я вроде знаю, что им хедшот ставишь, что они... А, это выход. Подожди, так, а там еще одна комната. Я сейчас туда быстренько сбегаю. Там еще какая-то комнатка есть. Так, не наступаем на говно, говно нельзя. Потом, блин, выпачкаемся, короче, будем потом стирать. Где эта комната? Ага, в край. А, она закрыта. Почему-то. Ладно. То есть я через пар не пройду никак, да? Ну ладненько. Ну тогда мне на выход, а что делать? В принципе, я все кнопки нажал. Все, что было, я сделал. Все, что мне сказали, вроде я сделал. А, подожди. А, нет, я не все сделал. Найди сейсмические заряды, они нужны для разрушения временных стен. А, возможно, это не в этой миссии будет временные стены, да? Чего ты застреваешь-то? Ладно, пошли, короче. Возможно, это следующая миссия, где нужно будет сейсмическим зарядом пользоваться. Чужие 66%, секреты 0. Какого хера? А как секреты выглядят вообще, я не понял. Я в первой миссии я 100% секретов нашел, но я не понял, как они выглядят. Задание 100%. Чужие 66%. Где я еще? Я всю карту оббегал два раза. Где я еще пропустил 40% чужих?
Или это чужие что, 66%? Ничего не понятно, ладно. Непонятно, серьезно, непонятно, не понимаю. Так, задание. Ты можешь пополнить там арсенал. У тебя есть только 60 секунд, прежде чем склад самоуничтожится. Вооружись хорошенько перед началом миссии. Чего? Может сохраниться здесь? Заряд 2. Блять, время идет, сука. Ладно, ребятки, давайте на этом, короче, серию закончим. Там 2 секунды уже я потерял. Давай я сохранюсь вот тут. На всякий случай. И вот тут. Там я на первый слот сохранился. Все нормально, так что я начну оттуда. В общем, все, ребятушки, всем спасибо за просмотр. Вот такая игрушка. И будем дальше ее проходить. Прикольная, даже мне понравилась, конечно. Такая и экшеновская, и, ну, как сказать, страшненькая. Ну, так, средненькая, короче. Ну, нормально, в принципе. Мне зашла. Пока что все нормально. Пока что никаких нареканий таких, знаешь, типа, о, блядь, кривучая штука, блядь, как это Nightmare Creatures, вообще говно. В общем, такого нет. Пока что. Все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии Alien Trilogy. Всем пока.